Сейчас показываю минутный ролик в быстром таком шаге. Покажу вам всю красоту Кисловодска, этого загаженного города. Вот смотрите. И вот эта вся сторона, вот она. Она вся загаженная, вся в бутылках, да? Это идет к санаторию Лучу. Это рядом с санаторием Горького. И вот эту мусорную свалку администрация города не видит. Я уже третье видео им отправляю. Они говорят, мы не видим эту мусорную свалку. Видите, какой гадюшник? Вот этот склон. Третье видео делаю. В том году делал. Бесполезно. Нет, правда, один ответ пришел. А вот тут вот шприц, наркоманы. И вот здесь вот эта мусорная свалка. Вот он, гадюшник. Но никто его не видит.